В эфире канала World Fashion «Дневники недели моды в Милане». С президентом Камеры де ла Мода итальянской мы беседуем перед показом Франки Морелло. What do you think about this fashion week? I believe it's very interesting because we have a new location, which is the castle, Castello Sforzesco, which is important when we have a important name of a person attending a show. The other two locations are very close to Piazza Duomo, Palazzo Giureconsulti, all is very well because it is possible to go walking, not by car. About the quality of the collection, I believe the level of the creativity is very interesting. Перед показом Франки Морелло мы зашли на бэкстейдж, и я сразу поняла, что если у большинства дизайнеров образ этого сезона – это сильная женщина, то у Франки Морелло это очень сильная женщина, очень агрессивная. Роза с шипами. В конце подиума стоят фотографы и операторы. Итальянские фотографы – самые шумные фэшн-фотографы в мире. Если, не дай бог, ты торопишься и вскочила со своего места до того, как закончилось дефиле и ушел дизайнер, то есть ты мешаешь им снимать, они начинают свистеть и кричать тебе «Белла!». Это всегда повышает настроение. ДНК бренда Франки Морелло. Как можно описать в нескольких словах? Это агрессивный бренд, динамичный и гламурный. This collection is a singer of the 80s called Jean Jett, the singer of the famous song I Love Rock and Roll. You are the end of the show. And so the collection is a very rock and roll collection with the elements of the rock. Витрины миланских магазинов – это просто арт-объекты. Они наполнены уже весенними коллекциями, весенним настроением. Ну а нам нужно возвращаться на осенне-зимние показы и презентации. Шоу «Версус», хоть и проходит в том же здании, в театре «Версачи», что и шоу «Версачи», в корне отличается. И тем интереснее было с таким коротким промежутком посмотреть два таких разных шоу. It was great because it's Christopher Kane does for Versus a really underground stuff like for young people, rock and roll,
tie-and-dye Mongolia fur, all leather trousers, all leather boots. Really funky for young people. It was really modern, contemporary. Каково впечатление от шоу «Версус»? Кристофер Кейн ведет свою, так сказать, лондонскую тему. Во многом то, что он делает, это вопрос вкуса. У него были коллекции, которые мне лично нравились больше. Но я понимаю его направление, это уже достойно уважения и внимания. Линия развивается значительно более динамично. Все то, что мы видели сейчас, тяжело захотеть сейчас. Это захочется через полгода. Так всегда бывает со зрителями, которые смотрят коллекцию на полгода вперед. Редакторы же моды уже разобрали ее на съемке. Закончилась неделя моды в Милане. Мы узнали много нового о том, что сулит нам осень-зима 2012-2013 годов. И пора уезжать.